Привет всем, дорогие друзья, наконец-таки наступило тепло, наконец-таки можно скинуть всю эту зимнюю одежду, которая мне уже задолбала. И с первыми лучами солнца, естественно, у меня появилось хорошее настроение, на то, чтобы выйти на природу в очередной раз не только половить рыбу, но и записать какое-нибудь разговорное видео, как я это обычно и люблю делать. Вообще на самом деле давеча ходил в скопление людей, ну мне обычно я... Мой режим жизни такой. Я хожу на работу, сижу дома. То есть от работы к дому и все. Больше я ничем больше другим не занимаюсь. То есть нигде больше нигде не взаимодействую. А тут мне нужно было сходить в скопление людей именно конкретно. Там, где прям кучка людей есть, такой у нас в нашем селении центр. И я туда сходил. И, блин, я себя реально так некомфортно почувствовал. Я не знаю, я в магазине себя так, наверное, некомфортно не чувствовал ни разу, как там. Прямо вот среди вот этих всех людей и прочего. Не знаю, вот эта социофобия, она просто не дает мне покоя. Это сто процентов. Вообще, я хотел еще поговорить насчет такой темы, как карма. В жизни я много, как и все, наверное, люди, делают ошибки. И многие ошибки, какие-то, может быть, плохие вещи делают другим людям. И эти ошибки, они потом возвращаются вам. То есть, если вы что-то плохое сделали, через 5-10 лет, неважно через какой срок, что-то плохое с вами происходит, и вы думаете о том, что это как раз таки из-за того, что я вот тогда тому человеку сделал плохо. Но, с другой стороны, есть такие люди, которые как инвалиды, которые, в принципе, в жизни ничего вообще не делают и не делали никогда. Это, значит, наказывают их родители и прочее. Ну, это уже, знаете, такая, как бы, уже тоже эту демагогию разводить и прочее. Я имею в виду в том плане того, что я вот сейчас думаю, то, что у меня в жизни все так плохо. Ну, я имею в виду в том плане того, что не то, чтобы у меня все плохо в жизни, как всегда, это я люблю преподносить, прям все плохо. Какие-то неудачи у меня в жизни были раньше, которые я, мож, может быть, каким-то людям делал что-то плохое, и потом в итоге вся вот эта карма, она переключилась на меня. Ну, понимать о чем я, да? Более я постоянно что-то пытаюсь новое найти в жизни. Вот, допустим, в этом году у меня появилось новое хобби, я начал ходить на рыбалку, у меня получается, вот последняя рыбалка, где я был, я там 15 рыб поймал, довольно таких неплохих. И не у каждого рыбака, даже у которого бывало, и у него получается так ловить, значит, у меня даже к этому предрасположенность есть. Потому что рыбалка это такая вещь, когда ты можешь выжидать, то есть ты не спешишь, а ждешь момент, когда там начинает клевать, подсекать, это то есть тонкая такая, можно сказать, как вещь, ну понимаете о чем я, да? Пробую много в жизни, уже вот и фотография была, и музыка была, и все было, вот рыбалка у меня есть, да, на велике я катался. Ну, спортом я, конечно, занимался, но для меня спорт, я вот чуть позже продемонстрирую, спорт для меня это Реально, это ну, сложная тема. У меня организм просто слишком слабый изначально, 55 килограммов веса. И спорт это не мое, если честно. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Да и тем более, зачем мне заниматься спортом, если, допустим, я не хочу на кого-то произвести впечатление. Женщины, допустим, меня вообще уже больше не интересуют вообще ни в каком формате. Но я имею в виду в плане того, чтобы, чтобы там было красивое накачанное тело там, и прочее. Зачем мне? Я работаю каким-то прессовщиком макулатуры, зачем, кому я вообще нужен. Если у тебя нет денег, если ты ничего в жизни из себя не представляешь, у тебя нет харизмы, то неважно, какое у тебя накачанное тело будет, человек может быть очень красивым, но пустым внутри. И поэтому я думаю, то, что девушкам это вообще не интересно, накачанное у тебя тело или нет. Это так, знаете, мимолетное видение. Ну, понимаете, о чем я, да? Еще я недавно задумывался о том, что вот я был в одном шаге примерно от того, чтобы у меня был ребенок и чтобы у меня была жена. То есть и я сейчас бы, я уверен, больше чем уверен, что я чувствовал бы себя еще намного хуже, чем я чувствую себя сейчас, потому что это был бы уже груз ответственности, который на мне лежит, и тогда я бы уже назад дороги уже бы точно не было. Сейчас я в свободном плавании, что хочу, то и делаю. У меня раньше даже была такая мечта, знаете, когда лет может быть, 10-15 назад я мечтал о том, чтобы найти какого-нибудь друга по интернету с обратно, так скажем, по разуму, и с ним можно было бы уехать в какую-нибудь страну, там, кто-то мне предлагал, говорит, давай поедем в пустыню с тобой, там, что будет, то будет, давай, типа, вот, как-нибудь изменим жизнь, что нам сидеть в этом, в этой грустной России, там, прочее, ну, в, в, в итоге, короче, это не моя тема, я не стал этого делать, и, возможно, если бы я тогда на это согласился, то, возможно, меня бы уже и не было бы в живых, а, может быть, моя жизнь изменилась бы наоборот к лучшему, кто знает. Я не люблю, на самом деле сильно правильных людей, таких, знаете, не то чтобы шаблонных, а таких, которые прям такие зожники стали там. Типа, особенно, когда человек бросает пить или курить, и он сразу типа, ой, это алкаши там, и еще что-нибудь типа того. На самом деле, блин, мы живем один раз, и нужно делать то, что тебе нравится. Если тебе это приносит удовольствие, нужно это делать. Все равно, то, что мы сейчас делаем, то, что мы будем делать, и то, что мы делали до этого, оно в один прекрасный день, наверное, прекрасный оно не будет иметь значения, потому что мы все равно умрем, и все то, что было, это всего лишь будет история. Поэтому я вообще не понимаю такой тенденции того, что нужно прям быть за ЗОЖ, за спорт, не пить, не курить. Как будто ты собираешься жить 200 лет, все равно ты умрешь там в лучшем случае, там 80 лет, это в лучшем случае по сегодняшним меркам. Поэтому вообще я не понимаю такого. И вообще, если бы про мою жизнь сняли фильм, скорее всего, это была бы какая-нибудь драма с очень грустным концом. Просто неудачник, знаете, по жизни человек такой неудачливый. И концовка у него естественно неудачная. Хотя у кого удачная концовка может быть вообще в этой жизни, если мы все равно все в итоге умрем? Какая разница, что ты делаешь хорошее, ты там делаешь, помогаешь людям, не помогаешь. Все равно ты умрешь так же, как и все остальные. Поэтому какая разница, а память, которая тебе останется, она для тебя уже будет не иметь никакого значения, потому что ты уже, все, ты уже лежишь в этой могиле, тебе пофигу, чок кто скажет. Ну, понимаете, о чем я, да? Вообще, все, что за свою долгую жизнь я понял, это вот сколько я все время живу, вот это вот все это долгие 36 лет, я понял, что всюду только грубый оскал, всюду черное слово, вокруг одни враги, и маленький процент людей, наверное, из 100%, 80% это негативные люди, которые только хотят тебе плохого, завистливые или еще что-нибудь типа того, Которые желают зла, и 20%, которые нормально или нейтрально к тебе относятся. То есть, что-то есть, что-то нет, им вообще пофигу на тебя. Так что я даже не знаю, что хуже. Может быть, это я такой человек, знаете. Многие люди просто пытаются дружить со всеми, чтобы у них не было врагов по жизни. И они пытаются со всеми наладить какие-то связи, которые в итоге, вот как в школе, да, ты там со всеми дружил, был популярный. А потом, когда ты школу закончил, где все эти люди оказались? Редкий случай, когда кто-то с кем-то общается еще после того, когда я закончил учебу. Ну, понимаете, о чем я, да? Одна из моих самых тяжелых проблем, наверное, это то, что я постоянно пытаюсь представлять себя на месте какого-то другого человека, более успешного, более успешнее, чем я. Тем более, когда появился интернет, ты смотришь через интернет на людей и видишь, как люди, которые моложе тебя там на 15, чуть ли не на 20 лет, они намного успешнее тебя. И это немного, знаете, как угнетает. Поэтому я думаю, то, что работать над собой для меня это, наверное, самая-самая тяжелая работа вообще, которая может быть в жизни. Это работа над собой, потому что тебе за нее никогда не заплатят. Думайте об этом. На самом деле я понимаю, почему не легализуют эвтаназию. Потому что это невыгодно государству, потому что если человек захочет умереть, он просто заплатит там какую-то иную сумму денег, допустим, там 100 тысяч рублей, да, и он умрет. Но в итоге он не будет платить налоги. А если он будет платить налоги там до 60 лет, государство получит больше денег с него. Поэтому это невыгодно государству. Это не из-за того, что они боятся того, что там люди там умрут или еще что-нибудь типа того. Нет, государство об этом не беспокоится. На самом деле я бы если бы сказали даже миллион, я бы, наверное, бы, реально бы захотел бы заработать миллион, и чтобы вот эту вот инъекцию эту ввели, и все случилось нормально. Хотя там были случаи такие в Америке, где чуваку вводили эту инъекцию несколько раз, и нифига ни не получалось, он там уже мучился, мучился. Или на электрическом стуле у него у них были вот эти, особенно когда первые разы делали вот этот электрический стул, у них там было, что он просто уже там, он уже весь кипит, и у него не, получил, не получается, он никак крякнуть не может. Это вот это еще хуже, наверное, даже. Поэтому еще и за это деньги платить не лучше это не стоит делать. Но вообще я рад тому, что вообще могу выбраться вот так вот на природу. Где-нибудь, может, в какой-нибудь европейской стране, в какой-нибудь более цивилизованной, я не смог бы разжечь тот же костер или пойти на рыбалку вот спокойно здесь, в дикое место. А вот эти рыбалки все, которые говорят, что с лодки, как в Америке, они там рыбачат вот эти спинги, кидают, там все официально, там только ту рыбу можно ловить, эту рыбу нельзя ловить. Это неинтересно. Вот когда ты в дикое место пришел и ловишь ту рыбу, какая пойма поймается, такая и будет. Вот это, я считаю, вообще самое лучшее, что может быть на самом деле. Вообще я не понимаю людей, которые. Еще постоянно слишком оптимистично относится к жизни. Вот я, допустим, не оптимист, я реалист и, может быть, даже пессимист, потому что я знаю, что в моей жизни ничего хорошего уже точно не произойдет, никаких глобальных суперперемен, если только в худшую сторону. Поэтому я здраво оцениваю себя. Я себя никогда не переоцениваю, не понимаю людей, которые себя переоценивают. Хотя у многих это получается, и у них получается успех из-за того, что они верят в то, что они могут сделать, и у них это получается. А если ты не веришь изначально, если ты изначально руки сложил, то у тебя ничего никогда не получится. Как у меня, например. Да, вот так вот сидишь в единении с природой, наслаждаешься. Тишина, никого вокруг нету. Это просто прекрасно, ребята. Вы просто вот те, кто не бывает на природе, не знают таких мест. Я все время открываю новые места. Вот на этом месте я сегодня второй раз всего лишь. Первый раз, когда я снимал видео про рыбалку, и сегодня второй раз пришел снять специальное видео просто на Канал. Вообще это очень классно. Так тихо. Водичка течет. Просто гармония. Птички поют. Никакого вот этого звука, машины прочего. Никто ничего не беспокоит, никто не лазит. Я вообще не понимаю на самом деле, почему люди не любят природу. Быть на природе это самое лучшее, что может быть, особенно в одиночестве. Знаете, я свою жизнь ассоциирую с рыбой, которую я ловлю иногда на удочку. Потому что она тоже видит приманку, тянется к чему-то хорошему. И также я всю жизнь тянусь к чему-то хорошему, но у меня это, к сожалению, не выходит. Я попадаю в какую-то западню, так же, как это рыба, когда хватает этот червяк и попадается на крючок. И я постоянно попадаюсь на крючок самообмана, лжи и разврата. Ну, хотя разврата в моей жизни практически нет, потому что я сам не по этим делам. Ну, понимаете, о чем я, да? Как я и говорил, в 2024 году я думал, у меня будут какие-то большие перемены. Уже 4 месяца в этом году прошло. Вообще никаких сдвигов нет. Единственное, что теперь я могу спокойно выходить на улицу, гулять спокойно, наслаждаться природой, ходить на рыбалку. Вот это вот, мне кажется, то, к чему должен стремиться среднестатистический мужчина, одинокий, средних лет приятной наружности, возможно. Работать уже тоже, честно сказать, надоело за 20 рублей. Я даже деньги особо никуда не трачу. Они у меня так, знаете, так уходят куда-то сами по себе, уплывают. Там за квартиру заплатил, там еще что-нибудь типа того. Если учесть еще то, что я живу с родителями, это вообще просто жесть. Если бы я жил один, то у меня вообще бы там ни копейки не оставалось. Ничего особо не покупаю. У меня как-то минимально стали какие-то потребности. Я в жизни вообще ничего, мне ничего не нужно. То есть вот в свободное время я хожу прогуливаюсь, допустим, на речку хожу там или порыбачить или еще что-нибудь типа того. У меня нет такого, чтобы мне нужно было там, как раньше я там, копейка у меня лишняя появилась, я бегу сразу с бабами там гулять или еще что-нибудь типа того. Нет, такого нету и никогда в жизни уже такого не будет. Я одинокий по жизни. Хотелось бы, конечно, найти какого-нибудь человека такого же шизанутого, такого, как я, который будет со мной сниматься во всяких там видео. Но я думаю, то, что такие шизанутые люди, как я, они могут быть более шизанутые, чем я. И это к ничему хорошему не приведет. То есть, возможно, даже это к летальному исходу приведет. Поэтому лучше не связываться с такими персонажами. Ну, понимаете, о чем я, да? Безопасность превыше всего. Хотя, опять же, кто говорит про безопасность? Тот человек, который, в принципе, уже не хочет жить такой, как я. То есть, мне уже, в принципе, все равно. Я уже эту жизнь, так скажем, познал по полной. Я словно идущий к реке, ну вы понимаете, о чем я, да? Это очень сложная тема, вот эта вот вообще жизнь и прочее. Я не знаю, как у других людей, они просто как рыба вот этой в воде плавают. Но и все равно, видите, рыба, как, как пословица есть, как рыба в воде. Но рыба в воде попадается иногда на крючок. Поэтому не каждый человек может чувствовать себя спокойно и комфортно в жизни. Особенно такой, как я. Зажатый, закомплексованный, неуверенный в себе. Возможно, чутка талантливый. Кто этот талант оценит? Опять же, кто-то говорит, читай книги, читай книги, смотри умные фильмы. А зачем, если я ни с кем не общаюсь вообще в принципе? И с кем я буду обсуждать какие-то умные темы, если у меня нет круга общения? Это неинтересно. И где эти знания я буду применять? Где-то в каких-то постах в интернете? Это никому не интересно, никому не нужно. Поэтому, ребята, читать книги, это, конечно, хорошо, саморазвитие, это хорошо, словарный запас, это хорошо, но, опять же, в формате Ютуба, это хорошо, что у меня такое хобби есть снимать самого себя. Если бы я сам себя не снимал, я бы вообще, наверное, не знал, чем занимался бы. Чем я раньше занимался? Играл в видеоигры, постоянно сидел дома, то есть сутками на прилет играл. Сначала у меня была Дэнди, потом была Sega, потом PlayStation 1, PlayStation 2, потом уже появился компьютер в 2004 году. Уже 20 лет как за компьютером сижу. Вот поэтому-то я и говорю. Кто-то говорит, вот за компом сидишь, ты черт, типа там не вылазишь из дома. Если бы я не сидел 20 лет за компьютером, я бы не знал, что такое вообще монтаж видео, там как монтировать, что, как фотографировать, фотошопы, Adobe премьеры и прочее. Это только такие, знаете, гики могут делать, понимаете. Поэтому сидение за компом, это не так уж и плохо, как кажется. На самом деле за компом в интернете кругозор расширяется намного больше, если ты читаешь, чем книги. Потому что книги, ну все-таки особенно старые книги, да, там много философских мыслей, там много очень вот, если читать классику, много очень интересного. Но блин, реально, в реальной жизни, в бытовой жизни вряд ли как-то тебе поможет. Я считаю, что интернет это одно из лучших изобретений человечества. Конечно, кроме рыбалки. Конечно, кроме одиночества и прогулок где-то в лесу, где никого нету. Это на первом месте для меня. Вообще, всем спасибо за просмотр, то, что смотрите мое видео, поддерживайте, мне это очень важно. Неважно, какое видео бы я записал, вот сегодня видео особо ни о чем получилось, ну так, чисто мысли вслух. Хотелось просто побыть на природе, записать какое-нибудь видео атмосферное. Ставьте лайки, комментарии оставляйте, я каждый комментарий читаю. Реквизиты для помощи и развития канала, естественно, сами понимаете, тоже присутствуют. Не знаю, стоит ли вообще это делать. Я просто не знаю, стримы стоит проводить еще или нет. Потому что я не знаю даже, что мне на стримах делать. Может, вы подскажете, какой тематический стрим можно было бы провести мне, допустим, чтобы это было не просто так, не зря. Ну, может быть, в дальнейшем я фотографии, стрит фотографии займусь. Или, может быть, фотографии самого себя буду обрабатывать, фотографии уже, так скажем, в прямом эфире. Ну, понимаете, о чем я, да? Поэтому спасибо за просмотр и всем пока и удачи.